Нижняя палата Конгресса США проголосовала за отмену реформы льготного медицинского страхования Obamacare и замены ее новой программой. За соответствующий документ высказались 217 конгрессменов, против чуть меньше 213. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат. Проект Obamacare был принят в 2010 году при демократии Бараке Обаме. Он направлен на защиту интересов малоимущих. Медстрахование стало обязательным, но при этом значительно выросли бюджетные расходы. Именно за это программу критикуют республиканцы. По их мнению, Obamacare не достигла цели и сократила доступ к здравоохранению. Добавлю, отмена проекта была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.